Блядь, сам. Вот. Долгожданный обзор Дракслера волговского. Очень большие были просьбы рассказать, как чего происходит. Ну давай запускай, покажи, как заводится. Целиковых 350 кубов, зажигание, магнето, и еще ко всему стоит катушка электронная. Карбюратор 36, но все-таки хотим заменить, наверное, на 62, да? Попробовать. Это вот сейчас аккумулятор снимаю. Заводить, я так понял, на этот не будем. Все правильно. Генератор, стартер, система выхлопа двойная, так вот недавно заводили, кстати, теплая еще, двойная, труба идет через салон по боку, также вторая, бак, 10 литров, ну, нам вполне хватало с тобой, да? Да. Управление тросами. Как? Наверное, я не знаю на чем. Наверное, оно одно такое, да? Наверное, на лодках на старых делали так. Ну да, через водило. Вот. Двигатель установлен на подушках. А вся конструкция из трубок. Это что за трубки-то? Да трубки на 20. На 20. Внутри даже никто не мерил их, какие. Как сделали, так и есть. Так. Кикстартер. То, что мы видим. Да, закрываем. По салону. Два сиденья. Вдвоем нам было вполне комфортно, но после испытаний мы поняли, что вот сюда, вот в это место надо ручку делать, чтобы держаться. Немного мотает. Руль с бобиной. Так, немного тут не так, как на машине, конечно. Вот это вот мы имеем сцепление. Так же, как ручное, так и ножное. Хоть рукой, хоть ногой. Это, соответственно, газ. Точно так же, как ногой, так и рукой. Вот. Там катушка зажигания, панель приборов, соответственно, амперметр, ключ зажигания массы, завод со стартера, глушилка магнета, да, это глушилка? Глушилка, вот кнопка магнета. Два тумблера, свет впереди, свет сзади, иногда нужен. Контрольная лампочка и лампочка нейтральной передачи. Люк для ловли рыбы, кстати. Все удобно. Сверлишь, подъезжаешь. Готово. Тормоза также имеются. Как работает, я не знаю, посмотрим или нет. Но колодки там на звездочке. На кожух снимать. В общем, цепь здесь. Тут вал. Переходит на двойную цепь, переходит до самого конца,
опять вал, и уже непосредственно идет на привод. Там все за... В принципе, там стоит даже... Не знаю, видно будет. Видно, наверное, вот так вот. Кожух, но все равно немного подлетает из этой дырки. Немного подлетает. Еще надо цепь натянуть, кстати. Это у нас все откидывается. Даже инструмент. Инструмент тут шансовый, мало ли что. Розетка для подкачки шин. Полое место. Там сейчас перчатки, а в основном там у нас лежит бур. А там должен где быть аккумулятор. Мы сюда ставим ящик. Вдвоем вполне комфортно, в принципе.